Сейчас в Верский район, в горке Муравьевской, появились первые евроконтейнеры. Они пришли на замену старым металлическим. Администрация закуплена и установлена в местах сбора мусора первые 110 штук. Этот контейнер более удобный, потому что педальку нажали, контейнер открылся. Не, скажем так, ни птицы растаскивать не будут, ни собаки, да. То есть более чище. Первое мнение хорошее, время покажет, долго ли он простоит, долго ли прослужит. К сожалению, вопрос с площадками в районе под столь современный контейнерный парк еще не решен, поэтому насколько удобно будет жителям пользоваться педалями, когда будет налипать снег, покажет зима.